почти 50 лет работает здесь у нас. Она еще молодая, как здесь. Бригадир Абрал Ярулин сегодня собирает двигатель с новой мощностью до 20 мегаватт. С таким продуктом КМПУ расширит свое место на рынке сбыта. В моей бригаде сейчас трое молодых работают. Месяц по 10 двигателей собираем. Тепло, значит, технологически, там перегретая вода, все у нас свое. Экономия в год 100 миллионов рублей. После ввода котельных. Сегодня тепло, а к следующей осени и энергия. В этом году начнут строить собственный энергоцентр. В максимальные пики нам будет не доставать электроэнергии, мы ее будем добирать из сетей. В тот период, когда нам столько не нужно будет, сколько вырабатывает электростанция, мы будем ее, естественно, отдавать в электрические сети. Себестоимость такой энергии для завода будет гораздо ниже рыночной. А как ответ от города заводчанам — благоустройство района. КМПУ основано в 1931 году, а подземный переход, ведущий к заводу, практически его ровесник. Один из вопросов, волнующих рабочих, когда же его починят? Сейчас торги пройдут, и в конце мая мы приступим, я думаю. У нас большая программа по городу. Поликлиники, добавили подростковый клуб. Дворы, дороги, детсады, парки. Благоустройство города в этом году не пройдет мимо авиастроительного района. Ведь на одном только моторостроительном 4000 рабочих. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.